По словам одного из пассажиров автобуса, легковой автомобиль Hyundai был припаркован в неположенном месте в дорожном кармане для общественного транспорта на остановке «Молодежная». Объезжая машину, водитель автобуса, судя по всему, задел ее зеркало заднего вида. После этого он вышел осмотреть иномарку и, видимо, сделал вывод, что не нанес серьезных повреждений, после чего уехал. Правда, водитель Hyundai решил, что нанесенный машине урон стоит того, чтобы устроить конфликт на дороге. Мужчина догнал автобус на остановке у мясокомбината и затеял драку. По словам одной из пассажирок, пишут «Вести», он разбил водителю автобуса лицо, после чего в дело вмешались пассажиры 16-го маршрута. Затем водитель иномарки сел в машину и скрылся.